Приветствую вас, любовь подсознательной, конечно, может быть, но совершенно точно я могу вам сказать, что к боли любовь отношения не имеет. Любовь — это то, что делает человека полнее, счастливее, живее, но не делает ему больно. Любовь нет. Делают больно чувства, которые сопутствуют любви часто. Вот они, да. А любовь нет. Поэтому это не любовь. По крайней мере, боль. Другое дело, что вы травму не прошли до конца, как мне кажется. Это вот другой вопрос. Ну, то есть, травму я имею в виду просто расставание с человеком. От его развода. И так далее. Вот это, как мне кажется, куда важнее. Собственно, боль из-за этого поднялась, потому что он вас написал, вот, появились ассоциации, и вы пришли к боли, а боль вы не прожили. До сих пор боль вы не прожили. Собственно, это вас и беспокоит сейчас. Собственно, именно это вас беспокоит сейчас. Боль, которую вы не брали. Ну вот, так вышло в силу ряда причин, что не имели вы возможности ее прожить, плакать, отгревать, агрессировать, отлиться и так далее. Мама по-видимому не тот человек, который может это понять, принять и так далее. Я ее не виню, она не должна. Вот. Делать того, что делать не хочет. Вот. Но, тем не менее. Дальше. Следующее. На что я хотел бы обратить внимание ваше. На то, что вы берете на себя ответственность за маму. Мне не кажется, это хорошая идея, честно говоря. То есть вы берете на себя ответственность за нее, за ее боль. И получается, что отношения с, в том числе, мужчинами выстраиваете уже не совсем вы,
но и как будто бы она, понимаете, как будто бы она тоже выстраивает отношения с мужчинами, а это уже получается не совсем вы. Вот. И на мой взгляд, это может быть проблема. Ну, для вас, что вы не свободны в отношениях. Вот, поэтому чувство вины, которое у вас имеет место быть, на мой взгляд, необходимо исследовать. На мой взгляд, необходимо работать с ним, чтобы оно, чувство вины, в смысле, вам, ну, не мешало, чтобы вы его раскрыли. Потому что отношения выстраиваете все же вы, а не ваша мама. Вот. Ну, то есть это справедливо, как мне кажется. Как мне кажется. Вот. Вот, то, что я хотел бы вам сказать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. То есть два основных момента. Первое, это боль, разрыва с мужем. Не прожитая вами боль от разрыва с мужем. Вот. А второе, это вина перед мамой. На мой взгляд, слияние с мамой. Такой вот размытие личных границ между ней и вами. Потому что что бы она ни делала, выбор это был ее. Как и ваш выбор. Ну, делать что-то. То есть это вот. То, что касается вас, то, что касается, ну, непосредственно вашей ситуации. Вот. Как мне, опять же, кажется, то, на что нужно, то, на что нужно сделать акцент. Так или иначе, я хотел обратить ваше внимание на эти вещи. Так или иначе. Потому что мне это кажется важным. Я очень надеюсь, что мой ответ поможет вам. Очень надеюсь, что мой ответ даст вам необходимую, как мне кажется, обратную связь. Найдет отклик у вас.
Вот. И вы сможете начать работу над собой. Вот. На этом все. Пожалуй. Я надеюсь, что вам мой ответ придется по душе. Вот. Удачи вам и всего самого-самого доброго.